Всем привет! Меня зовут Ника. Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня у нас будет немножечко безумие Айв, а именно мерч к их второму фан-митингу Magazine Айв. Это был первый большой релиз Айв после того, как я решила собирать их полностью. Поэтому я немножечко, наверное, побезумствовала. Особенно вот я не ожидала. Это подстава. Я не знаю, кто делает мерч такого размера. Да, наверное, так как он был, я так понимаю, такой dive special, я особо не видела на него там закупок, подразумевается, что его купят корейцы. Ну, в общем, да, за его доставку в Россию я отдала просто две почки и таможенную пошлину в придачу. Но что имеем, то имеем. И начнем мы именно с данной потрясающей подушки, а потом перейдем к более картонным уже вещам. У меня, да, получается, сегодня есть подушка. У каждой мемберки был какой-то спешл предмет, в дизайне которого они участвовали, и у Лис это была подушка. Также фотофолио Лис Ванён, сет открыток, стендик, сет полароидов и рандомные пакетики. Да, ну давайте начинать с больших вещей, а потом уже перейдем к маленьким, потому что у меня действительно стоит штатив, просто выше я уже даже не могу поставить. И то эта подушка, мне кажется, сейчас не влезет. Итак, да, давайте достанем ее из шуршащего пакета, к тому же он пришел ко мне драный. Там также есть у нас фотокарта. Да, давайте я ее достану и, наконец, подробнее сама уже тоже посмотрю и пощупаю. Да, она, конечно, не совсем даже влезает в кадр, но я просто уже действительно не могу куда-то дальше это все отдалять. Сзади она просто на молнии, и спереди у нас написано серебряным шрифтом «Sunflowers bloom in the darkness of night». То есть некоторые цветы цветут в самое темное время ночи, что очень мило, прелестно, но я надеялась, что она будет... раз в пять, наверное, меньше. Она такая прям очень плотно набитая. Нельзя сказать, что она очень там мягенькая. Ну, она такая прямо. Не знаю, очень упругая, пружинистая. Я буду хранить ее на своем диване. Но так как она такая очень приятная, белая, перламутровая, надеюсь, что она не запачкается. Мне очень нравятся вот эти рюши. Да, у каждой мемберки был какой-то предмет, который она делала для Дайв. И у Юджин это была что-то типа термоса, бутылка. У Кауль это был шарф очень красивый, такой небольшой, как больше полугалстук, полушарфик. Я, наверное, вставлю фоточки. У Рэй это была супер милая пушистая косметичка с пушистым брелочком, супер милашная вещь. У Ванён это были внезапно тапки, поэтому я решила их не брать, потому что, да, тапки это очень мило, но две огромные вещи, я бы вообще разорилась на доставке. У Лиз, да, вот эта подушка, и у Исо это было одеяло, да, тоже очень милашное. Ну, в общем, да, у Гауль, например, маленькая была коробочка с этим шарфиком, а вот тут такая вот огромная штука. Но это прикольно, мне нравится, и я рада ее иметь. Я, в принципе, рада, что я смогла получить такую вещь. И да, в комплекте шла карта и айдишка, они с одинаковой фотографией. Вот такая вот у нас айдишечка, и с той же самой фоточкой у нас карта. Да. Не знаю, пока я не продумывала сетап Лис для фанмита. Посмотрим, что мне где вообще выпадет. И также из больших вещей давайте сразу посмотрим. Пока у меня высоко стоит камера, потом я немножко опущу и хотя бы буду видеть, что я снимаю. Посмотрим фотофолио, по-моему, как это называется? Фотокит. Фотокит это называется. Я взяла для Ванён и Лис, не знаю, по-моему, в прошлый раз это было как-то сделано прикольнее. В этот раз это папочки. Давайте начнем с Ванён. Да, там, конечно, внутри идет фотокарта, но я не уверена, что в следующий раз я, например, буду брать эту позицию. Да, вот так у нас выглядит пакетик. И внутри просто... полупрозрачная вот эта папочка для хранения документов, наверное. Не знаю. Это прикольно, но не особо мне нужно.
Что мне понравилось, это вот такой плакатик. Мне кажется, в прошлый раз там стикеры, еще что-то шло. И это было не как папочка. В общем, не помню, да. Я просто помню, что я смотрела распаковки на мерч к Prom Queens, и мне понравились вот эти позиции. А здесь как-то чуть меньше, но все же. Так. Вот этот постер мне очень нравится. Он прикольно сделан, прикольного размера. Очень приятный на ощупь матовый. Так, сзади он просто белый. Да, он еще странно пахнет, или это... Да, он странно пахнет как-то немножко. Ладно. Ну да, Ванён в берете, очень-очень симпатично. Тут ее подпись. Да, все выглядит очень-очень милашно и приятно. Мне нравится. И ее фотокарта. Здесь, опять же, не рандомно идет та карта, которую... Ты заказал того мембера? Да, я подумала, что хотя бы один сет Ванён плюс Лиз пусть будет. Поэтому, в принципе, я не сказать, что я жалею, что я их заказала, просто я стараюсь не заказывать в мерче те вещи, которые будут просто лежать, а вот эти штуки, скорее всего, будут просто лежать. Лучше бы они сделали просто постеры, на мой взгляд. Да, и вот так вот выглядит папочка Лиз. У Лиз просто шикарные образы в этот раз, мне очень сильно нравится. Она просто прекрасна. Ее плакатик выглядит очень мило. Да, плакатики я, возможно, повешу. Очень милашно. И ее фотокарта просто супер милая. Вот такая вот. Да, задники у нас желтые, веселые. Вот такая классная карта, где она дует губы. И да, они там все показывают вот так пальчиком. В принципе, там весь сет такой. Поэтому да, смотрится очень-очень милашно и прикольно. Хоть у них и абсолютно разные фоны. И да, в принципе, у них и по фотосессиям разные фоны. Да, это продолжает у нас, в общем-то, концепт мембершипа нашего этого года, где они у нас все делают журнал и имеют, то есть являются как моделями журнала, у нас первый концепт вот этот, так и сотрудниками журнала, где они в костюмчиках. Это очень-очень милашно. Так, давайте теперь я опущу камеру, и мы перейдем к более маленьким вещам. Да, так намного удобнее. Из вещей, где у нас шел рандом один из шести, я выбрала крутящийся стендик для фотокарты. Я подумала, что это, как это да, называется, акрилик turning stand. Я подумала, что это прикольно, мне нравятся в последнее время стендики. Там были еще холдеры, естественно, но как-то холдеры меня не очень впечатлили. И да, я знаю, кто здесь, потому что бустеры тоже знают. Для бусти был небольшой спойлер. При распаковке коробки скоро адреса мы туда заглянули. И это, на самом деле, единственный мембер, который был абсолютно мной не запланирован. У меня были планы, как я хочу расположить эту карту, но такого я не ожидала. Так, давайте чуть-чуть сохраним интригу и попробуем собрать сам стенд. Мне дали инструкцию, потрясающе. Так, здесь еще, наверное, все в пленочках. Давайте попробуем. Пока я пыталась снять пленку, произошла небольшая. Ладно, так. Как я понимаю, ладно, давайте я покажу вам, кто мне выпал. Та-да! Это Ванён. Да, в общем, мой план был какой, что если мне выпадет Лиз, я расположу ее в секции, где у меня только Лиз. Если мне выпадет кто угодно другой, я расположу в секции прочих мемберов. Но Ванён у меня, она особо не идет в секцию прочих мемберов, она идет обычно в пару к Лиз. И у меня теперь такое ощущение, что мне нужно искать пару к Ванён. Так, я не очень понимаю, зачем на самом деле нам, в принципе, эта прозрачная штука. Ну ладно. Допустим. Если честно, у меня не получается вставить туда вместе с тремя штуками. Да, вот с двумя вставляется.
Намного лучше. Наверное. Даже с двумя встанов. Мне кажется, я сейчас просто все сломаю. Оно не хочет работать. Почему? Я уже ободрала себе ногти, снимая эти пленочки. Так, вот. В общем, это какая-то не самая классная конструкция, но вот так. Как вы могли заметить. Ладно, наверное, все-таки нужно три вставлять, чтобы было понадежнее. Это все фиксировалось, но с тремя прям очень туго идет. Ну, в общем, вы поняли, я думаю, идею. Это не самая гениальная техническая конструкция. Ну, вот так это должно поворачиваться. И выглядит это красиво. В принципе, если это один раз нормально собрать и поставить, то будет норм. Все. Так, я достаю оттуда ванён, пока она не осталась там навечно, потому что она уже приклеилась. И я потом поиграю с этим стендом, потому что я хочу его использовать, но это просто нереально. Так. Дальше я взяла сет открыток. На меня напало желание иметь что-то не только фотокарты, и я подумала, что сет открыток это то, что мне нужно. Он идет вот в таком очень милашном конвертике. Мы уже сразу с вами видим. Я не помню, сколько тут. 6-7 открыток. Сейчас посмотрим. Да, такая у нас Юджин. Сзади они выглядят достаточно простенько. И да, это у нас как раз образы работников журнала. У них у каждого была своя роль. Можете подробнее посмотреть в моей распаковке на membership. Там это все было прописано, и я рассказывала. Ну, да, здесь они, в общем-то, отражают примерно тот же концепт. И да, у нас 7 открыточек, общее, очень-очень мило, я довольна. Что они теперь у меня будут? И что еще у нас не рандомного, последнее перед паками? Это сет полароидов, ну, опять же, я увидела, что сет чего-то размеров этой карты не рандомный, и схватила. Он идет в очень милом конвертике. И, по-моему, сами полароиды по превью тоже были очень симпатичными. Да, они с разными рисуночками и сзади оформлены, как полароидики. О, очень мило. Даже какие-то послания. Ванён. Кошка-лис. И Янса. Да, они мне очень сильно нравятся, хоть это и не селки, но это очень мило. Я люблю, когда есть какие-то рисуночки. В общем, очень-очень-очень рада иметь этот сет. И теперь самое ответственное. Я взяла по итогу 6 пакетиков. В каждом идет всего 3 карты. Раньше, я так понимаю, у старшей получше шло, обстояли дела, но они сократили количество карт и ввели еще кучу юнитных карт. Поэтому у нас идет 3 аж из 40 карт. У каждого мембера 4 сета, 2 селфи, 2 концепта. Это 24 карты и получается 16 юнитных карт. Все со всеми и групповая. Для прошлого сета этих карт, для концертного шоу What I Have, я собирала обе селки для Ванён Лис, 11 селок от 6 и юнитку Ванён Лис, и на этом я решила все, потому что я не покупала сами конвертики, пакетики, и на вторичке мне искать не очень хотелось. Здесь я бы пособирала чуть больше, но посмотрим. Мне нечем манифестить Лис, но у меня есть лаки-карта Ванён, поэтому давайте попробуем. В принципе, если мне выпадет много Ванён, то это уже будет проще. Не знаю, смогу ли я открыть их. Мне кажется, лучше взять ножницы, потому что, да, тут есть засечка, но так выглядит этот пакетик.
Мне почему-то кажется, что... Ладно, давайте один попробуем. Да, я не люблю, когда надо вот так открывать, и тут карта на пути. Ой. Я не видела, кто там. Но я увидела, что там, по-моему, была юнитка. Да. Может выпадать, насколько я поняла, одна юнитка, две юнитки в пэке. Задники все абсолютно одинаковые, по ним непонятно. Ну, давайте смотреть. Начинать с первой. О! Юнитка, юнитка лис. В идеале я бы, наверное, все хотела в юнитке лис собрать. Но посмотрим. Посмотрим, опять же, на мои пулы. Я пока не знаю, что буду собирать. Один какой-то сет я хочу от Э6, но я не знаю какой. Опять же, посмотрим на выпадение. Может быть, какой-то сет у меня лучше соберется, чем другие. Гаврей. Так, и мне почему-то казалось, что первая карта тоже юнитка. Не говорите, что мне выпало. Нет. Почему мне показалось, что это юнитка? Ура, мне выпала селка Ванион. Так, я не знаю, как нам с вами это все располагать. Давайте в первом ряду будут. У нас соло карты, а во втором юнитке. У меня не так много пакетов, чтобы... Да. Нам потребовалось больше места, я думаю. Я немного даже пожалела в какой-то момент, что не взяла больше, но я думаю, что в целом мне хватит. Я просто докуплю потом то, что захочу. Так, и второй пакетик. Погнали. Ванион Гауль. Я, видимо, соберу не все юнитки Лис, а все юнитки Гауль. Забавно. Забавно. Так, дальше. Так. Лаки-карта, я так понимаю, волшебная. Мы оставим ее для распаковки Айсвич. Чан Ваньон, спасибо огромное. Да, это второй у нас концепт. То есть у нас вот в этом концепте селка-концептка и вот в этом селка-концептка. Потрясающе. Спасибо большое, Ваньон. Это уже упрощает мне работу. И дальше. Гайль. Да, вот этот сет, наверное, мне нравится чуть больше, чем сет в костюмчиках. Но, опять же, я решила, что где выпадет больше селок, тот и буду собирать. Я рада, что пока нет повторок. Я надеюсь, что из 6 пэков у меня их, в принципе, не будет. Так, ладно, они открываются легче, чем я думала, но они не сохраняются потом. Я их выброшу. И третий пэк. Юджин. Да, это вот у нас как раз концепт. Карты. Так, дальше. Ванюн. Тян Ванюн. Спасибо большое. Мы почти собрали сет Ванюн. И третье. Ванюн Хёнсо. Вообще, я обожаю юнитки. Я бы все собрала юнитки, но посмотрим, сколько мне выпадет. Мы распаковали уже половину с вами. Всего одна лис. Лис. Мне срочно нужно добыть лаки-карту лис, походу. Я так понимаю, в этом дело. Нет, мне не нравится, как эти пакетики работают. Так, я достала. Так, и первое. Хенсо. Очень милая. Так, дальше. Ну вот, дубль Юджин. И третья. Ей! Лис. Отлично. Здесь, кстати, получается, в пэке ни одной не было юнитки. Они абсолютно рандомные. Ну окей, ладно. Я, в принципе, больше бы хотела селки, конечно, чем юнитки. Так, предпоследний пакетик, да, мне бы хотелось их больше, я так люблю их распаковывать. Надо было взять хотя бы штук 10. Ну ладно, так, давайте смотреть. О, какая прелесть, это у нас Гауль и Исо. Да, мы собрали все юнитки Гауль, да? Раз, два, три, четыре, нет, кроме одной. Это забавно. И вторая. Мы собрали все 4 карты Ванион, это потрясающе. Теперь мне надо будет собрать тогда, наверное, все 4 карты лис. Посмотрим, ладно. И последняя. О, Юджини!
И мне кажется, эта ссылка из того же сета, что и вот эта Кааль, и вот эта Ванён, и отлично. Тогда, я думаю, мы собираем этот сет. Лис не знаю. Я потом посмотрю по вишлисту, я не уверена. Что мне навыпадало? Может быть, кстати, и нет. Может быть. Ладно, последний пакетик. Радость пролетела очень быстро. Пожалуйста, ссылка Лис, ссылка Лис. Юнитка Ванён Лис. Это то, что нам надо. Практически это капл. Лис Рэй. Это тоже отлично. Прекрасно. Капл точно останутся. Так. Дальше. О! Хёнсо. Ну, это точно сет в костюмчиковый, да. Но я очень рада, что мне выпадает столько селок. Очень мало всего. Три концептки. Не считая Ванён. Ванён я хотела даже концептки. И последняя карта на сегодня. Живон, Живон. Рэй. Кстати, это первая наша Рэй. Сольная ее карта. Да. Но, в принципе, я очень довольна. Мне кажется, выпало прекрасное разнообразие. Полный сет Ванён. Об этом уже хотя бы не нужно беспокоиться. И по одной карте хотя бы каждого мембера. Юниточки. Ладно, я потом посижу над виш-листом, еще подумаю, что мне нужно докупить. Не уверена, что получится у меня на что-то обменяться, но если вдруг вы захотите со мной обменяться, то я была бы не против. Как минимум юниточки, там где нет лис, на те, где есть лис, я была бы очень-очень не против обменять. И да, на сегодня у меня все. Большое спасибо за просмотр. У меня на канале много видео, посвященных Айв. В описании будет плейлист, поэтому, если вам интересно, заглядывайте, подписывайтесь. И пока-пока!